Вашему вниманию игра True Lies как раз и поставлена по одному из наиболее удачных фильмов Арнольда Шварценеггера с одноименным названием «Правдивая ложь». Эта игра сделана в стиле 2.5D, то есть трехмерная псевдо-трехмерная игра. Грубо говоря, вы видите героя как бы сверху и чуть-чуть сбоку. Герой игры Гарри Таскер работает в секретном агентстве Омега, которое специализируется на борьбе с терроризмом. Хотя домашние Гарри Таскеры считают, что он обыкновенный продавец компьютеров. Так бы все и продолжалось, но террористическая организация Crimson Jihad похитила советские ядерные боеголовки и теперь собирается применить эти ядерные боеголовки по всем крупным городам Америки, если американское правительство не отзовет войска из Персидского залива. Естественно, американское правительство войска не отзовет, а поэтому справляться с террористами придется вам, то есть Гарри Таскеру. В игре много вооружения, перечисляю все по порядку. Во-первых, шотган или помповое ружье. Автомат УЗИ с потрясающей скорострельностью. Гранатомет и самое мощное оружие – огнемет. Правда, керосин быстро кончается. Советую, если хотите, увидеть, как работают крематории. На первом этапе вы попадаете в особняк к самому Джамалу Халеду, который финансирует «Малиновый джахад». Вы направлены в особняк, чтобы вытащить информацию с компьютера об этом самом джахаде. Затем, как и в самом фильме, вам придется бегством спасаться от снайперов и бандюк на снегоходах бегом по снежному склону. Не буду зацикливаться на всех этапах, скажу только, что дальше вы попадете в универмаг, парк, метро, порт и даже в Китай. Именно здесь и спрятаны ядерные ракеты. Самый интересный и легкий, на мой взгляд, этап – это полет на казенном истребителе «Харриер». Разбить не жалко, оплачиваете не вы. А сели вы в этот истребитель для того, чтобы уничтожить машины с ядерными боеголовками. Ну и последний уровень – небоскреб. Ничего особенного, правда сложный, и в конце, как обычно, вам придется столкнуться с самим боссом. Скорее всего, это будет сам Азиз, глава джахада. Закончив его, вы узнаете, что заодно уничтожили и группировку. В общем, хэппи-энд. А если вам не хочется тратить время и проходить каждый уровень до конца, мы даем вам коды всех уровней. Теперь игра Demolition Man. Главное, вам нужно уяснить,